Открывается на 12 ранге приключений. Нам сюда рановато. Так, нам вот надо сюда сбегать. I'd win. Вот оно как работает. Что мастерство надо поднимать, потом оно само готовится. Я не знаю, зачем мне столько еды, я вообще не юзаю. Да, ты заебал. Да как? Так, куда это я убежал? Я слишком далеко убежал, не надо другую сторону. Надо вот это взянуть. Это все кроется, что здесь есть.
Ага, мне нужна одна анемокула. Ладно, у меня этой анемокулы нет. Этот типа заработал, потому что я его огнем обдал. Это не будет работать. Понятно. Значит, тут какая-то секретка. Сюда меточку придем сюда. Челбасов можно. Серка. Ну-ка. О, хорошо. Шел на второй день. И у них щитом поджечь. Как раз стрелы уин. Там так много еды. Проще по музыке убрать. Звук. Вроде должно быть. Камушки. Достижение получить награду. И... У меня там еще есть. Это типа почта. Чем-то это.
Одна хреновина, которую невозможно залезть. В ром слепит, а нет. Back to the statue of the seven at Windrise and offer it to the gods. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Можешь сразу к статуе идти. Ой, уже повернулся и посмотреть, что здесь. Сюда прием, когда надо будет. Дать все. А, типа я могу дать. Call them. They can be fitted into the statue's eyes. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so... Я сбегаю туда. Я в прошлый раз я был. Не мог забраться на подобную... подобную вышку. Не знаю, зачем мне это железо. Будем что-то ковать.
почилю, собирая грибочки. Фрукты заново вырастают, походу. Я вроде здесь бегал. Точно не помню. Два ассасина. Здесь мне нужно. Хорошо. Я просто смог. Песочек что-то так и не появился. Временем темнеет, так надо отсюда убрать метку. Можно ее как-то? А вот. И называется. А, первый нашел назову. Вообще нам нужен 12 левел. Но это сделать изи. Должно быть, по идее. То, что делаем так. Навыки. Стоп. Нет, не сюда. Сюда. Инвентарь идем. Просто юзаем вот эти книжки. А вот характеристики. Пусть уровень. Уровень 13. Окей. Первого ей тоже повысим. Уровень 13. Остальные книжки трогать не буду пока. Что, вдруг у нас будет новый персонаж, им тоже нужно будет левел повысить. Догадываюсь, что это именно так и будет. Ладно, что нужно сел собирать. Вот что за птиц. Взрывают себя, да? Блин, тут ХП вообще невозможно потратить, не знаю. Овощной.
похавать пятую или? Когда еще ни одной еды не съели. Там вот сюда. Грибочек. Мимо грибочек нельзя пройти. Ага, 12-й ранг приключений. У меня типа еще 10-й пока. И куда мне сходить надо? Вообще я знаю, куда надо идти. Пойдем. Ходим. Налево, там где-то слева были какие-то чулики. Банчик. Он сгорел на огне. Есть. Где его применять, зачем он нужен вообще? Это домик. A bottle, only 300. That's more like it. Не ломается, тело бред, точно так же. Домик какой-то.
только что отдал мне свою старую лук. Так, ассасина, слазь. Подожди, если она может так залазить на дома, значит на домах что-то есть. Собираем. Yeah, no worries. I'm not picky. Какие-то они все не живые, они просто ничего не чувствуешь, когда с ними говоришь. Они просто челы. Работа. Хорошо, на этом доме есть что-нибудь? О, есть какие-то грибы растут. Они очень съедобные, раз я их беру. Вы очень бы с них прятал. Обычную суп. Надеюсь, я смогу кому-нибудь сучить всю еду, которая у меня есть. Ее у меня слишком много. И, наверное, ингредиенты не стоит тратить, когда на фул прокачал. Может быть, они нужны для других блюдел, которые я не успел прокачать до фула. И чё? Нужно туда сходить. Игра помешана на еде, похоже. Уф. Мальчик. Thank you.
отказываешься, вот ничего не пропадет, и все заберете. Надо будет это ущелье сходить, и где ты, куда дальше? Куда еще не ходил? Окей, сходим сюда. Монстры завелись. Пойдем туда. За них тебе бы сундук залупать. Told you I'd win. Ладно, нам ждать тебя рановато. Блин, такие горы, которые 100% что-нибудь будет. Лучше можно залазить. За 30 секунд. Как-то мы тут рофлим. Что это за дом? Котелок.
еще одну стадию мы можем поворовать, так сказать. Записка. Я и нашел. Персонажа. Просто книжки. Блин, сложно. А как так поднять уровень своего, своей экспедиции? Непонятно немного. Рук. Ну, готовь. Редис. Мне нормально. Ж пока без меня. Если там есть место, я готов врываться. Ты же знаешь, любую секунду. Опа, опа, это кто? Шуминиш? Где он? Вон он бежит, бежит, бежит. Стоп, что это было? Я точно видел, что здесь что-то ползло. Пособираю. Не знаю, куда мне идти. Но по идее нужно идти вот в эту сторону и чистить здесь вот это все. Поэтому мы ставим. Нет. Вот сюда мы переместились. Я туда пойдем в ту сторону. Это куда мне нужно идти? Мне нужно идти направо. Молок доставить мне точки. Михаил Михайлович, ты уже ответил. Я вообще не знаю, здесь чем можно будем играть. Вроде кстати нет. Приключений 6. 5 миллион котелков для готовки. Опа, стоп. Я вижу тебя. Ну иди, братан. Вот тебе садись. Ну стоп, это просто что-то другое было. Припутал его.
духом, который приводит к шмоткам. Звоню. Алло. Алло. А. Что? Алло. Чего я не слышу? Должен слышать. Теперь, ну. Чё ты решил, что тут вместе нельзя? Мне кажется, мы в одной этой начальной локе появимся, не? Ну, тут вообще нет других персонажей, понял? Вообще, тут соло бегаешь, вообще никого нет. Как? Ну вот так, как соло игра, соло РПГ, блядь. Да, вроде в этой я смотрел на сайте, нормально было все. Были микрочелы. Ну, видимо, здесь нужно дойти, может быть, до какого-то места, понял? Пройти начальную локу, быть может, как-то, да? Так. Но я смотрел, не было, в общем-то. Genshin. Факт. Геймплей? Получается. С этого сайта, да, качал, который не скинул? Да. Это официально. Оу. Это же обидно, если... Да нет, это не нормально. Так, гайд по Genshin, как играть в кооперативе. Короче, как открыть кооперативный режим? Необходимо достичь 16 ранга приключений. О, не путайте с уровнем персонажа. То есть даже не на левеле завязано. Данный показатель привязан к учетной записи. Ага. Самый быстрый способ повысить ранг — выполнять желтый дополнительный синий. Пиздец. До 16 левела вкачиваться.
Че, бета дает? Девинки пойдем поиграем, а потом когда это. Отдельно друг от друга покачаемся. Или ты сейчас хочешь не поебашься? А ща, ща пойдем. Ах, так делать. Почему сразу нельзя с первой же локации кооперативчик? Полез, полез. А у тебя на русском игра? Да. Даже не пришлось на русском делать, нельзя было на английском. Полетел, полетел. А Terra Online тебе не понравилось? Ты не смотрел? Не смотрел. А чё, ты уже отлетел, что ли? А турки, естественно. Позвольте, там всё неплохо было. Того недостаточно, чтобы выиграть. Надо, порвал. У тебя задержка стоит или нет? Нет. Эльчик, наконец-то навыки Валоранта хоть где-то пригодятся. Твои мишени? Естественно, по-любому хоть что-то есть, да? Есть. Они просто больше урона нас не убивают. Ты смотри, у тебя уже шестой ранг приключений, наверное, ты не так все это голову включаешь. Да, ну так оно плюс-минус быстро повышается. Но я вчера играл часа два, и вот сегодня немного. А чё ты за вторую девку не играешь? Слопаюсь ими. В любой момент можешь слопнуться, просто бегаю этой. Она с луком. А лук у меня какой-то заряжен. Первая мечница, да? Угу. И у нее еще какие-то скиллы. Что, мы сейчас пойдем в этот Valorant? Хоть Valorant? Ой, блядь, вы Valorant. Гигните. Что-то я договорил с Valorant. Ну, да, можно часика два сыграть. Потом поставлю эту хуйню качаться. Тут я весь. Закачка какая-то наливает.
понимаю. Полетел пузырик. Веси фламинго. Не. Не добричи. Вот у меня понял задание, мне туда можно только с 12 левела этого. Прийти. Приключение у меня такое 6. Это типа начальная карта. Она где-то вот огромная, короче. Не знаю, это начальная или это фул. Ну такое, пока что похоже на кусок дурата из Вовчика. Зачарованный сундук. Да, какие сундуки, их можно открыть только если кого-то вдруг убить, но я почему-то не могу сейчас здесь фотиться. Like, может, ты подойдешь и сразу появится чел? Не, я уже что-то был. I'll race you there. Told you I'd win. Что-то ягоды собираешь. Хавку готовить. Да, но я еще ни разу эту хавку не использовал. По навык надо. На хавку 5 хавок готовишь одинаковых и потом можешь. Потом покажу, все будет. Я могу есть, что это у тебя такое? Сделаем. А вот этой подруге я такой сделал. Вот эта подруга кидает какую-то девчулю, которая взрывается потом. Мана бесконечно. Только кулдаун. Ну, есть ультимативная еще такая вот штука. Покажу. Оу. No one escapes my sights. Пропел, пропел. Покажу. Вот типа готовка, но я уже 5 из 5 все. Приготовил раз, 5 раз, короче, а вот здесь 0 из 5. И когда готовишь, нужно, короче, попасть. Блин, сложно так объяснить. Короче, дуга такая идет, и вот в какой-то месте дуги нужно остановить, понял? Ага. Вот. Вот. А где твой левел? Персонажа? 13-й вроде у меня. Ну тут левел как-то повышает. Вот за мобов мало дает, тут какие-то книжки можно собирать. Это не много дает, как спин. Ой, случайно ульту изумно. Надо с... Ёлочек. Вперед, блин, сказать. Левел на разных персонажах делится.
Да. Короче. Характеристики есть. Можно повысить уровень, видишь. И тут книжки используются. Разные книжечки. Вот у меня много книг. Вот это дает 1000 опыта, вот это там побольше, и это там еще побольше. Вот. А, вот 5000. Только, а перещелкни персонажа на другого. Здесь 13 левел написано, а там какой левел? Ну тоже 13, но я держу их ровными. Можно сменить оружие. А мне вот это одето. Короче, у меня много одинаковых. По идее, значит можно. Это, которое на мне, улучшить. Автоматом, и вот оно всякую херню сюда закидывает. Короче, приступаешь. И вот я повысил уровень. Базовая атака увеличена до 60. И уровень 12. Можно ли еще раз улучшить? А что, нет смысла одного перса вкачивать? Да я не знаю. То, что не понял. Тут разные цветочки какие-то ставишь, ну типа оно... 5 артефактов, которые ты можешь на себя надеть. Не прокачиваются там с левелом. Ну, допустим, там 2 предмета увеличат максимальное ХП. И там что-то там улучшается. Очень сложно. Надо улучшать. У меня много других. Ну, что это? Улучшаемое лечение. Максимальное ХП. Таланты какие-то еще есть, но все закрыто. В Скайриме тупо. Навыки тоже тут. Тоже пока что все. А, талантов, да? Навыки тоже 9. Пока недоступны. Ну, инфар персонажей, все. Недостаточно ингредиентов. Эти артефакты есть смысл улучшать? Мне кажется, ты потом какие-то новые найдешь, там трехзвездочные, пятизвездочные. Ну, в итоге да, ингредиенты зря въебешь на эти. Да, потом развиваюсь. Ну, пока могу улучшить на данный момент пути. О. Ну че, пойдем Дивинити. Босич. Это босич на земле. Ага. Нормально долбит. Макал, что-то здесь парил с ним. Куда он утонул, то что? Так что ты не ощутил? Да. Видишь, у меня точно? ХП вообще не кончается, хотя у меня еды наготовлены, еще покажу. Вон, смотри, сколько всего. 10 того, 6 того, 5 того. 20 этого, 56 таких яблок. Шлычки 11. Поймал. Хардкора пока вообще не ощущается. Ладно. Тут пока, пожалуй, сохранимся. Достижение возьму только. Здорово, друг. Не, мы позже будем в эту игру вместе играть. Тут уже 13-й ран капнуть. Сейчас Дивинити пойдем. Тут пока что кооперативчик закрыт. Кстати, заходи, тут вот эти вот штучки дают, понял? Пока что бесплатно. Я покажу. Там за 3 миллиона каких-то этих подписок или типа. Не здесь. И тут. Тут что ли? Да, вот здесь вот какие-то молитвы, короче. У них 11, эту тянку типа можно взять, как я понимаю.
Ну это типа тебе вначале натарскую валюту дают или чё? Фраза, которую ты типа можешь на разных челов открывать новых. Я чё-то купил? Не, ничего не купил. Это по скидке продается. Present. Ты не будешь брать для 11 кристаллов? О, я купил её. Ну я же говорю, у тебя 11 кристаллов. А, стоп, мне какого-то чела дало. Чунь-юня. Чунь-юнь, здорово. Холодная лезвие. Еще кто-то. Син-цю. Син-цю. Лук. Ворона. Пипская тень. Еще одна тень. Ну, Эль. Три звезды. Надо на Эль поставить. Ясно, ясно. Набрался я за донат имбагерыча и пошел проходить первый лок. Сразу же ее давай. У меня там еще этот тоже синчик. Таланты. Левел 4. Что-то она без оружия какая-то странная. Так, ну окей. Мы взяли. И как теперь? А, все, теперь они типа со мной, да? No, my sword. А что-то это Ноэль нету. Ну ее типа можно поставить. Там типа есть какое-то меню, понял? Свапы, наверное. Во. И как ее интересно поставить здесь? О, а в чем прикол тогда своего персича раскачивать, если можно имбу купить за донат и играть? Не знаю, насколько я знаю, чел просто уже попроходили эти игры, понял? Вот, рядыч. Так, давай мы... МБК. Не, Эмбер нам нужна. Эмбер, это ты создал или это ты нашел? Не, Эмбер нам просто дали. Давай с ним. О, как эксайтинг! А, понимаю. Она двуручкой башит, понял. Нормально бахает. Так, ну тут, конечно, нужно прочитать. А, у нее типа какой-то этот, понял, щит на ешку. Барнишек, ты чат на Твиче чек. Про какого-то олдплеера тебе втирает. Натали Абхи. Что это? Смотрит, блядь, какой-то ТНТ сериал. Кухня, война за отель. Окей. И что это? Я без понятия, кто это. Тоже. Я как его самый важный модератор готов тебе отвечать, Тарас. Посовещавшись, мы не знаем такого. Навыки боя. В данный момент нельзя настроить отряд. Почему? Надо отойти, а эти типа, пойти. Окей. Бляха, бляха, стоп. Ну, смотри, ты себе бафу какую-то хуйню с мечами чекай. Так, ну она первого левела, конечно, вообще не дамажит. Вот этот чел должен хорошо дамажить. А во, понял, я ею щит юзанул, и он на всех щит. В этом типа прикол, да. Комбинить, понял? Так, бодренько, резвенько душит. I must leave no stone. Твою мать, короче, смотри, его подкидываешь резко на двуручку, фаталити сверху, да. Тебе нужны нормальные мечи, а тебе просто мечи мусор одеться. Да, они просто левел первый, но и мечи мусор. Ну ты ж это, имба мечи получил. Да, меч тьмы и прочее. Я понял, потому что я ж не хотел этим заниматься. Ну все тогда, Левай, поехали, Дивинити. Нас в Арксе ждут. Исчадия пустоты. Еще левел 13 лук, блять. Разные бафчики на них. Ну, левел 13 это я бафнул. Ну да, я понял. Интересно, может эти мечи отличаются чисто дизайном? Или все-таки у них есть какие-то... Опа.
Да. Это что за пикси возле тебя летает? Товарищ, это поможете? Типа она, ну, начальная, я понял, она типа к нам привязалась, как бы летает, как бы из диалоги с ней. Если ты идешь куда-то, да тебе еще рано, допустим, сюда пошел, она такая, не-не, давай сюда не пойдем, и у тебя перс такой, опа, и развернулся. Кстати, у тебя пинг нормальный, 43, неплохо. Ну, появится Европа, как бы. Во, видел? Погнали. Жагернат! Это тупо, когда понял, задержал левую энкрис этому. Ну, это вот такой. У этой... Ты просто ты заряжаешь, а у этой тоже такое круговое. Спасибо, ладно. Если смотрел аниме Монстр Манга Наоки Урасавы, сейчас загуглю. Но вообще аниме Монстр я еще не смотрел. Это старенькая, да? 2000 какого-то года, 7-го, не ошибаюсь. Шикамори. Монстр. Не, 2004 даже. Не, я еще такое не смотрел. Как-то хотел, но меня частенько старенькие отталкивают из-за графонии. Это моя тема. Я немножко зависимый от графонии. Науки у вас. Гений. Я уж немного позабыл, что у нас там было вообще. Мы вроде с того острова улетели, а мы в Арк же уже прилетели. Мы же уже в Арксе, но мы в город еще не шли, и нас разъебал вот этот слизень, который Сардарыч, и мы ливнули. Правильно? А у нас тут замес прямо на слизниче. Да. Мы будем пытаться его выиграть. Слышишь?
Bug rabbits are stupid. They're jumping into the fog to impress the does. But I've yet to see any... В таком случае тоже отойду.
Михаил? Куда же ты делся, Михаил? А, и нет, пропал. Режим стримера. Никакой инфы не приходит. Дискорд. Of something, traveler? A pleasure doing business. Even now. Me too. Keep strong. Lucien will preserve you. Мы пока ждем Михаила, немного пофакашу.
Блять, что зашел в игру? Я вообще похавал только что. Михаил из Пермит не вернулся. Это печально. Что поделать такого? Могу немного потупим в другой игре. Не залетает говно. КГ. А у меня вообще союзник есть? Что-то я его не заметил. Ну, а почему? Ну, счет 0-7. Почему счет 0-7? А, я типа не под конец игры. Я, короче, под конец игры какой-то зашел, где меня кинуло к боту и каким-то челом. Найс. Больно придумали. Что там себе забил? Можно в игру попасть, в которой я не буду с ботом и с самого начала? Он, кстати, игра решает, конечно. Будешь играть. Вон, Игорюша. Вот кинематч. Алло. Бля, чё не позвал-то играть? А, не знаю. Да я этого мини же жду вообще. Он это типа... У него и нет вырубился, он вообще хотел Unity играть. И пока жду, решил сыграть. Короче, понял, нажал обычную игру, меня кинуло в игру, где счет 0-7 и осталось 2 минуты. Да, знаю такую фигню. Чё, пойдём рейтинг? Ну пошли, погнали. Тут нас опять это ебут. Вырвиглазное поле. У меня сейчас с одного клана эти челы. Ну типа вместе. Ну мы тоже с одного клана. Все скандалы получается. Да, наш клан. Погоди, я что-то не разобрался пока. О, я хорошо выбил. Яха. Видел, какой я гений? Еще бы в створ попадал, было вообще идеально.
Хорошо, гол, хорошо, хорошо, ну же! А я забил гол, я да, же ничего да. не сделал. Да-да, ты забил. Не, это типа от твоего удара, понял вот этого еще? Понимаю. Он запрыгал. Я пошел собирать нитро, типа, понял? Смотри, видишь, он прыгает и туда, в ту сторону крутится. Просто мям. Я пошел нитро собирать, думаю, ладно, соберу нитро пока. О. Добьёшь? Да. Хорош. Разыгрались. Блядь, сейчас что-то с наушниками. Ты. Перви. Я тут добью. А ты ещё нитро забрал, да? Да. Я в говне. Ага, видишь, проехался. Можно а ты забивать. Че? Давай. Помешал мне чел. Пойдет. Ну, нормально вообще, он с баллами? Нормально. Как контролем мяч. В другую сторону. О, хорошо, хорошо. Он мне чел помешал, хорош. Слышь, что-то, по-моему, это скиллуха. А, перерыв пошел нам на пользу? Плюс. Я нитро не забрал. Давай. Хорош. И тут боты реальные. Ну это боты какие-то. Даже мы не столько боты. Алло, нахуй. Даже мы не столько боты. Мы в подвиг играем. Че вы делаете? Подвиг играем. Во что? Подвиг. А в эту хуйню? Да, с которой ты заныл. Ну, если заныл, блядь. Заныл. Нет, не спать хочется, блядь. Нудная хуйня. Чё ты сказал, спать хочется? Да. Как по мне, это игра на один раз, типа, блядь. Ага. Полдня в неё проебался, пиздец. Спать хочется, говорить. Ну да, там же ноль разнообразия. Игру закончил, блядь, то же самое, next, нахуй. Но если играть как супербот, то базара ноль. Хорош. Нормально. О, что-то меня дернуло вперед. Ой, туда оттолкнул мяч, но не важно. Я за нитро играть. Я немного покатываю. Добьешь? А, нет. Я думал, там чел успеет по нему. На фланг, передачу. Давай, отобьешь сюда еще раз? На нитро не взял, за нитро поехал обратно. А, я тебя понимаю. Так, ну я подкинул его. Еще разок. А, все. Я уже летел, видел? Угу. Ну я там поводился с ней, понял? Просто смотри, я с Андрополя полетел, короче, просто. Мне покажут еще? Да-да. О, не думал, что ты первым будешь. Ой, блин. Ну пропустили, это, конечно. Пропустили нам. Да я думаю, они не забьют, они по тыже. Он нитро спиздил. Смотри, смотри над тобой. Хорош, нормально. Я не понял, что произошло, но вроде норм.
Нормас пока. Ну я не успел. А я немного... Хороши, пацаны, свои ворота долбят. Я там, понял, добил. Слушай, ну я этого. Промахиваться перестал, понял? А вот я промахнулся вот это. Ну тут чел. В плане, я имел в виду по текстуре, когда я еду, понял? А, угу. Я еще ни разу от игры не промахнулся, когда я ехал по текстуре. Я за нитро не вернулся. Что, ага. Нормально еще, да, Флеш? Ну пока отбил, да. Вынеси мяч. А у меня просто нитро нет. А, ну я понял. Бляха, я что-то подпрыгнул. Пойдет. Ау. Кстати, хорошо катится, прям можно хорошо забить. Ну, если попадать, конечно. Найс. Нам лучше запустить. А, нет. Отбей его в сторону. Нитро не было, как смог. Ну залети! Okay. Просто качу его без нитро. Next, едем? А, так, ща. Да, next едем. А, найти новый матч, да? Не нажал. Ага, понял. Или ты что-то заруинил? Не, ну не знаю, у меня написано найти новый матч. А, ну идет вход. Не понял, мы уже играем? Получается, тоже, играем. Тоже ничего не понял. Ты нажимал что-то? Нет. Ничего не нажал. Ну ты едешь. Я. Ну как авки, пойду не пройду. Так, смотри, этот чел получше играет явно. Он дважды попал по мячу. Я выпнул. Хорош видел. Ну он какой-то задрот видел? Ну не тоже задрот, что-то понимает минимум. Да, ну не как эти боты до этого. Ты жив? Да. Нормально, я умер. Ну я норм ясно, зато на нитро сразу. Будет что-то? Передатчик это нормально. Понимаю? Не. Блин, мне интересно, как-то можно вот ехать и, знаешь, назад его как-то отбить? А. Он попрыгал у нас перед этим, но я далековато был. Да ни при чем, поэтому мат не успел, наверное. Ну, без шанс. Можем забить. Ладно. Бля, хотел, прям мне дает пас. А я не реализовал. А, не смог отбить с него. О, господи. Да. Вообще шок просто. Он просто прошел. Там где бляха. Вот здесь я мог, должен был убивать. Все нитро чел забрал. Я ждал, он понемножку идет ко мне, чекает, жду. Слушай, я немного летает начался, заметил? Да. И чё? Нормально. Меня кот немножко отвлёк. Хорош, он там чё успевает. У меня нитро мало. Я успею. Хорош. Больше они заебали нитро воровать. А я не взял нитро ГГ. Пойдет?
Я пробил, но плохо. Да. Мне нитро нету. Я успею. Я просто не успел ударить. Еще бы... Уже в этой игре мог взять нитро хоть одно? Я смог взять. Ничего помешало. Ой-ой-ой, я плохо. Выпнул, нормально. Хорошо. Подорвались меня хорошо, мне обновился, что устраивает вполне. Я как раз на базе лестницу с полнитра. Смотри, смотри. А, ну ладно, я далековато еще. Не успевал никак. О, он коцнул его. Выпнул вроде. Да. Блин, чел на нитро. Пойдет. Нормально. Нормально. Я понял, я попытался. Я пытался назад просто выбить. Не пошло. Да я не знаю, как успевать, типа я всегда не успеваю. Да они нитро хорошо контролят, не знаю, я просто без нитро езжу. Сейчас я просто налево еду за нитро. Бляха. Не хотел тебя мешать, но и сам как-то. А, чел красиво ударил. А стоп, он не забил? Выбил. Ну там. Я отбил вообще или просто? Да. Урок сделал. Хорош, вроде гол. Бляха, ну. Сейчас пробуем. Ладно, как было? Нам, не успеть. Мы прошлую проиграли и выиграли? А, мы прошлую выиграли. Прошлую выиграли без шансов. Плюс. Ну это, в принципе, нормально. Чел примерно как мы играем. Просто мы не забили. Гэгэм. А слышь, можно вот так водить, понял? Поэтому по боку. Плюс. Жестко. И так как-то забивать. Еба, как он это делает? И слышь. Мне, короче, походу ничего не надо жать. Не готово ничего. Ну да. Рано потом. Ну все, на фиолетовое я не проигрываю. Мы за синюю команду. Римо и Беа. Из тормозов. Забьешь? Я забил. А, не забил? Не залетело, боже. Меня взорвали. Ну, там мяч прям... Но я в замесе был. Пиздец, не залетело. Охуеть. А, ладно. Чел решил мне нитро ставить, ну ладно. Ну, чел там как бы подпрыгнул, невъебенно. Выпнул? Хорош, хорош. Я ударю. Давай. Что-то
дерьмо какое-то. Боже, ебать, хорош. Тайминг хорошо поймал, брат. Повезло. Ешь. Не, ГГ, надо дефать. У меня нет на дефе. Я очень далеко. Я взял нитро. Я взял нитро и лечу. Выйду. Чел промазал, повезло. Ты на добивании срабатываешь? Нет. Как сработать на добивании в полете? Ой, на ее сначала удал получается. Ну ты ГГ. Кладина. Ну или что? Чуть понял, как это. Быть понятно. Блять, там гол забили. Да. Быть у него машинка. Я все, я понял, как летать на КС. Тайпинг 300. Слышь, как это? Вот как-то так. Пока. Эй. Он же с места как-то сдвинулся в стану. Выбил. Мне нитро вообще нету. Я сейчас забью. Или нет? В нашу сторону дал. С нитро. Я не могу, далеко. Не успеваю за ним. А ты тоже? Да, я тоже за нитро полетел, но я успел. Залезит? Не. Блин, я не могу под углом нормальным ударить. Да, где эта хуйня? О, проблема немного. Не, я выкинул. Я улетел далеко. Надо не пустить сейчас. Ой-ой-ой, будешь дефать? Ну это гол. Давай, хорош. Плотненько. Я не знаю, нужно вообще мне было бить или нет. Надо было. Но на верочку. Надо было, там могло бы. У нас еще в самом начале матча вот эта двойная штанга, конечно. А, где мы не забили? Ну да. Ой, я подпрыгнул. Ой-ой-ой! А-а-а, чел там. Выпни, выпни, выпни. Я не могу, он пока прыгает. Все, есть. Да, нормально. Что это? Там чел раз разгона летит. Ну подожди, подожди ты. Ворота или летит вроде? Не-не, нормально. Я думаю, мы отдефали. Если бы еще по мячу попал сейчас. А, понимаю! Что? Смотри, брат, это просто мем. Найс, найс, да. Поверил. Найс, ударыч. Но мы сейчас подъедем и все закончится, да?
после касания, понял? Ну, уже. Ух. Да, обидно. Они как мы, летать не умеют, да? Всего в этой игре один раз полетел, и было более-менее. У меня, кстати, машины реально немножко так подпрыгивают. Но именно конкретно с мечом у меня машина не летит. Но я могу просто лететь через всю мапу, но толк от этого никакой. Ну, а сейчас я покажу. Ну, просто нужно прыжок вниз, вверх, вниз-вверх и... Не, вверх вообще не нажимай, ты просто нажимаешь вниз по чуть-чуть и все. Не, ну вниз-вверх... Можно регулировать? Ну да, регулируешь. А вот этот вот shift ты вообще не юзаешь? Shift? Да. Shift я юзаю, чтобы поворачивать быстро, резко. Ну и все, да? А вот в прыжке да. Вот этот блочек вот это. Ну, может, случайно нажимаю. Ну, можно QE еще нажимать. Я случайно иногда и пробел нажимаю. И пробел, и shift. Ну, я могу сейчас случайно нажимать по-любому. Оп. Да как он меня перебивал? На выбивании. Талисе. Плюс. А че, ворота пустые? Давай, давай, давай. Блядь. Ну, он деф. О, да. Я за бустом. Тут смотри, прям хорошо было бы. Да я не пробил, я даун, я навес ударил. Вместо того, чтобы нормально пробить. Проблемки? Проблемки. Ну там бот. Там бот. Нормально. Нитро, правда, спиздил бот. Ты вот писал там. Сейчас тебя уже зачало. Добивай? Понимаю. Я его это хотел выровнять. Добавило получается. Выбил вроде. Чем нормально так выбил. А так я успеваю. А, решил ничего не делать. Да боже, как его. Меня бесит, когда ровно на него едешь, то да, получается хорош. В него чётенько попадать. Пойдёт. О, во-во, я еду тоже за тобой. Хорош. Мне понравилось, как я забил. На всякий тебя с дороги сбил. И сам полетел. Ну, у меня там подоснял немного. Это рафаны балла были. Матч такой. Опа, хорошо. Хорошо. Сюда. Снимаю, хорош. Просто выбил, и он на блин, по парашютиками. Потому что не забьешь. Я поначалу тоже так подумал, но потом, когда увидел, что чел вратарь... Понимаю. Чего? Я за нитро пошел и не успел. Он так быстро прилетел. Что-то ты вообще долго, если честно. Смотри, как он быстро прилетел. Вон, я не на нитро еду. Ой, тот чел успел, а ты не успел. Ну, я брал нитро, и он же не брал нитро, он на своем, которое в начале было. Просто со сгона ебал. Не знаю. Ладно, не важно. Что он не успел бы там оказаться. Это... Пойдет. Нет, чел просто таранит. Я и промахнулся. Я возвращаюсь. Выпнешь? Нормально. Гол. А как попасть по нему? Нитро закончилось. О, хорошо. Будешь что делать с ним? Да.
Пойдет, я подбродлю. Сейчас пробую еще продлить. Эндерчик ушел. Понял, я пока далеко. Без нитрича. Не, норм. Я с нитричем. А, я чел, тоже. Чел, я сейчас пробью, если успею. А, они сами выбрали. Я далеко. Я тоже. У меня нитра нет. Но они вроде не могут забить. Могут. Дефай, дефай, дефай. Хорошо. Куда? Какой? Другую сторону выбил. Я бочку какую-то сделал. Надо дефать. Да. Просто нам задавиться нужно. Ну, мы терпело, можем еще и забить. Конечно, можем. Я забью сейчас. О! Ладно. Чел сейчас поедет. Я успею. Блядь. Оо! Ух, ебать! Подвыбил немного. Нормально выпустил. Что, задефаешь? Не. Не. Я здесь. Хорош. Все, ждаем. А, там был бы он гол. Он будет зафиксен, я думаю. Там был бы гол. Не, не был. Там была бы штанга. Блин, чутненько летел, ну ладно. А что за игра, чего там делаете? А, ну такая, бегаешь, сюжетик, там много читать надо, потом файты и пошаговые типа, по очереди ходите. О. Там у каждого там сколько там ходов, там спылы сколько-то стоят, посильнее спылы подороже. Ну такое, да. Ты? Ну что-то я не первый был. Я сначала не поехал, понял? Ой-ой-ой. Прыгает, прыгает, гаденыш. Я толкнул Роня. Толкнул его. Там гений какой-то, да, вроде, или мне как догадалось? А так я сейчас убью. Задефаешь? Да, нормально вроде. У меня нитрича нету, я за нитричем сейчас. Я не задефаю, я бот. Понял. Нормально. Так, снова ты. Так, я нитрич взял. А, мы проиграли? Не. Ёбаного. Как же его сложно, этот шар, достать. Пас тебя накинул. Ай, хорошо, выбери. Я далеко. Я там подтолкнул. Я далеко, из-за этого не смог ничего. Ебай, а как ты не зацепил? Вроде же должен был цеплять. Что за... Ну, я не первый. Пас даю. Да. Я улетел. Надеюсь, не сосяшь.
ворота летит, хорош. Меня взорвали. Там чел банил мяч, умеет разворачивать. Блять, у меня пиздец машина только что произошел. А ты это взял? На центр будешь? Добьешь? Не-не. На молчике шибет бить, ГГ. Не смог до него достать. ГГ. У меня вообще что-то не идет этой дамочке. Ну, они получше, чем я. Мне вроде ничего такого не делать, просто они как-то попадают получше. Нам надо опыта больше, по сути. По факту. А, ладно. А. Или стой. Или я думал гол. Или шансы. А, ну... Я чела протолкал. Вулканцы, кстати, вообще имба, на самом деле. Чел быстрее. Ну, ладно. Хорошо. Если бы был бы гол. Я думал, гол будет. Уже нитро перед лицом лежит, я его не могу взять, потому что машина еще не разогналась. Нитро взял. Надо сейчас забивать. Я двоих застопил. Да, я просто в него пробил. Будет что-то? Блять. Я проехал, думал, он по этой, по кромке едет. Мяч. А он немного выше был, он отскочил. Ну не, без шансов. Да. Я бы. Смотри, смотри. Хорош. Через 30 секунд, два гола. Да, не. Да должно, должны. Ты же, ты давай, ты на выбивание. Не, не, не. Я же типа первый я забыл. А, я не знал. Да, ну, вроде да. Гол. Почти. О, куда? Чела подолкнул. А, всё. ГГшка. Сейчас забью, да? Нет? Не. Просто ГГшка. В принципе, мы 2 выиграли из 8, я думаю, вроде. Это непонятно, это по... Не знаю, где здесь вообще рейтинги? Рейтинг это, видимо, вот это слева от аватарки, да? Да, походу. Ясненько. Дождь получается. Короче, чтобы убить низ, надо постоянно два раза эту кнопку нажимать. Право. Да.
клоунада, мы сейчас пропустим. Да. Да, чел забил. Блин, ну, тупо очень было. Причем нереально тупо. Он еще повтор смотрит конченый. Да пусть смотрит. Вообще не понял, что произошло, но я чела убил, пацану. Да, он резнулся в этой хуйне. Подалековато пока. Да, я дефну. Ой, понимаю. Ебать, я пролетел мимо и гол нам забили, да? А нет? Гол? Да. Да, ну как там не успеть, он просто сбоку попал. Прямо отсюда. Да, да, да. Так, ну. Нормально, выиграл разыгровочку. Ух ты ж ебать. Ты как так сделал? Ты сначала прыгнул, потом дважды прыгнул. Сначала прыгнул с центра поля где-то, потом полетел, потом просто прыгнул. Ну что, мы пропустим просто гол? Походу. Ладно. Это забей, это все. Вообще впало в раз. Что с такого, да? Да я посмотрю. Ну посмотри. Да я тоже хороший бой. Ну я не знаю, у меня вообще проблема попадать, когда он летит, и в воздухе его именно зацепить. Потому что если сейчас не зацепишь, он как раз полетит к нам в эти ворота. Что тут у вас? Да, ты чел валялся и просто задом своим подснул. Боже мой. У меня мяч дернулся только что. Да его чел к себе примагнитил. Думал, попадешь. Пол ловит или что? Не. А что, не пахнет? Уже бесит, когда перед мячом стоишь вот это вот внизу. В середину поля улетел. Мой, мой, мой. Хорош. Значит, не заруинил тебя. Ну что, мы можем отыграть еще. Да. Смотри, что я делаю. А, раз. Да, да. Ну я там уже, я уже видел, что этот гол должен быть. Так, мы должны отыграть. Ух, ебать, мы с чем разлетелись. Да-да. Да-да. Я с Нитро. Да под базой нормально. Под базой. А, ну это гол должен быть. Нитро нету вообще. Какая же хуйня. А, зачем отбило? Там типа летело или что? Ну да, оно летело к воротам, ты отбил от ворот, и я, ну, я типа летел на этот мяч наперед. Ну, типа... Я просто видел, что он не ворота летит, насколько я видел. Ну да, он летел перед воротами. Ну поэтому и получается... Смотри, смотри. Да я не, сам ворот. Понял, понял. Мы сейчас, по-моему, содержали. А еще Нитро не забрал. И второе Нитро не забрал.
А, чел едет. Хорош, хорош, ты сейвил. Куда? Мани, выбили. Челов нитро хватает. За минуту добить. Да. Минута это нормально еще. Ну вообще да. Блять, не могу рассчитать. Хорош. Почти. Ну, видишь, вот понизу бы себя все ударил. Мы еще пропустим или что? Да. А, и не успел. Видишь, я еще поверху ударил. Угу. Был бы вниз удар, был бы еще изи. Ну, ГГ, походу. Ну да. Ну давай, я вперед еду, ты как-то там выиграй. Давай наперед, наперед. Он так наперед летит. Не-не, я тебе говорю наперед. А, ну-ка мы успеем забить. Нам нужно два забить. Боже, мяч! У меня как будто он немного ускоряется постоянно. Нахуй. Ну все. Еще один. Победитель. Мы их больше дала. Ты больше дала. Смотри, у них, короче, одна полоска. Это, наверное, самые боты. Наверное, мы будем вообще без полоски. Угу. У нас пока и нет полоски. Но мы еще на калибрах. А, сыграно 8 из 10, я вижу, нет ранга. Ну, так же. Ну, у нас хотя бы винрейт 50 есть или нет? У нас. Мы две выиграли из 8. Или сколько? Или мы одну выиграли? Да не, мы больше выиграли. Я думаю, мы игры 3 выиграли. Да, я думаю, мы не больше 2 выиграли. Ладно, это те. А как это произошло, интересно? Я АФК поставил, как обычно, решил просто. А, я решил выбить и... Я, как всегда, кончил. Решил на месте мячик попинать, а не с разгона. Воу-воу-воу. А, ну тут сори. Он так прыгает, что его невозможно. Просто посмотри, что это такое, как его понять. Прыг-скок, прыг-скок. Сначала еще вдвоем стоят. Ты первый. Окей. Я далековато пока. Хорош. Как-то у меня камера, понял, ушла куда-то. Мы как-то забили, поэтому. Раскрутило меня как-то. Мы вдвоем, да? Да. Едь ты. Я нитро возьму. Ага, понял. Возвращаюсь. Понимаю. Чуть свои не забил. Так я что забью?
А, у него АФК чел стоит. Мы забили. Два на один бахаем. Почему? Не, не, там чел, чел ожил. Он под конец двинулся. Да, я вижу скепту. Пиздец. Невозможно вот так вот прям под ним стоять и ждать его. Причал, о, убрал. Меня взорвали. Курс. Почти забил. Что это? Блять, как попасть? У меня нету нитро. Ворота, брат. Есть. Хорошо. Слушай, ты видел, что они делают? Да, да. Ебать. Ну что, мы выиграем, получается. Пока что нам. А что ты сюда поехал? Ну, тут оба были. Ну, на одинаковое расстояние все. И поехали. Гол? Пиздец. Сравнялись, челы. Блять, отбилось тогда. На чел в дальний угол сбанул. Капелла получается. Чел опять в АФК режиме стоит. Добьешь? Там чел в АФК режиме. Откручивает Габенич первый. Ебать меня, ебал. Хорош. Голевая передача. Там чел ложил. Он играл сейчас. Я сейчас играл. Не надо тут. Ай-яй-яй, вот там валюсь. Вместе, да? Я по правому флангу. Хорошо, ко мне летит. Ну, чел больше не даст нам давить. Забьешься. Да, там много челов в одном месте. У меня нитро нет. А. Ну слушай, они могут АФК стоять и выигрывать нас, по-моему. Не-не, они. Мы. Все нормально, мы пока выигрываем, все. Все, забили все остальное. Давить бы. О, хорош! Вот так вот, блядь! Мы можем с ними воевать, когда они даже вдвоем. Это, конечно, шок-гол. Шепот. Ну, давай мы ворота не будем оставлять. За минуту до конца. Руш! Сюда! Ебать, красиво. Там и я его коцнул, и ты его чисто забил. А тебе чисто накидочку дал. Ай, кашай, не кашай, огоняк.
Ой-ой-ой, недалеко. Это уже без нитро просто. Блять, не смог попасть по нему. Я смог. Я вот видишь, вот здесь. Смотри, как я попадаю, вообще как просто лучший мини. Смотри. Хорош. Ну а что сейчас оставалось сделать? Я не растерялся как бы. Ну да, да, правильно. Нормально выбился мяч. Забиваешь? Да. Хорош. Да, чел ступил. Инг. Рекордный матч, посмотри, сколько голов в этом матче. Бать, я думал, он сейчас просто по прямой ударит и гол. Пиздец. Опять вот этот вот навесной, вот этот удар. И что с ним сделать? Вот я стою внизу, и что с ним сделать? А внизу не надо стоять, дружище, надо... Надо, короче, по боку ехать, понял, выбивать пытаться. Костыня. Я уверен, что можно и внизу стоять, просто надо это. Ну не стоять нужно, а прыгать нужно. Здесь бабятка получается. ББ, пацаны. Опа, экспы хотя бы нормально заехала. О, Япония. На этом мы вроде еще не были, да? А, да, получается, не по центру я снулся, да? Да, я по центру. Я уже думал, сейчас забьешь. Было очень близко. Да, ёбаный в рот. А мы ещё пропустим, да, ещё? Ну, у меня есть какое-то нитро. Но там соли был. Я сбил чела. Круто, конечно, но... Я отразил. Пойдёт? Ну, это вообще гениальный пас был. Бать, надо мной прям четко пролетело. Хорош. Я тут чела держу, слышь, мы друг друга въезжаем. Нормально. Пиздец. Вроде летишь четенько на него, но... Нихуя не чётенько. Ой, дядя, выбивай его. Дядя сейчас еще забьет. Я далеко, я без асника. Хорош. Дядя еще и забил. Лучше. Ну я на дефчике нормально сработал пару раз. Да, да, заебись. Он сейвил пару раз. Мы с челом подлетели. Он будет быстрее, чем. А, куда он? Пиздец. Куда он поскакал? Ебать гол. Смотри, он просто поскакал. Вот смотри. Что это вообще? Меня чел там толкнул. Я думал, сейчас успею заехать. Выбить. Обидненько. Ладно, я первый. Они катят как-то, блядь, твари. Я сбил одного. Я вверх только поднял. Успеешь? Хорош.
И нитро еще взял. Я тебя наперед даю. Ну, не совсем тебя, конечно. Почти вот. Полетел. Опа. Он ворота вроде летит. Он чел споймал. Чел, если бы не выбил, не отвел, сейчас вообще был бы идеалочек. Мяч, мяч. Не успеваю никак. Мяча первым. Далеко поехал. За мячиком. Там вообще клоуны. Вообще клоуны. Мы проиграли, правда? Не-не, я на месте. Ну да, что-то они долго, думаю. Там чел подбил немножко. Ну я ему пас нормально дал. Да, четко. Так, ты первый. Я слева еду. Окей. Я не успею. Да хватит. Не попал. А, нечетко. Ну это мем. Ну что, не понятно, что происходит? Происходит то, что я не могу попасть со сгона. Ничего. Он над тобой? Спать. Да. Я вообще не понимаю, иногда. Я просто не могу попасть по мячу этому. Ну, 1.5 минуты, как раз время, чтобы сравнять. Поехали вдвоем на него. Так вот его. Ах, где? Время, чтобы подсосать. Время, чтобы подсосать, тоже есть, сука. Блять, так четко бились, блять, и просто проебали 3 гола. Вообще быстро бы чем все отдали. Да. Ну вот и гол получается. Я не буду сейчас стоять, я буду просто ехать с тобой любой раз. Но все равно я ничего терять. Да. У них там чел на воротах стоит, но вдвоем этого должны разъебывать. А. Куда летим, мистер? Пиздец. Мы с тобой чисто вдвоем полетели. Аэроплан. Его бы не попали по мячу. Один дальше, другой ближе. Ну пиздец. Ну это гол. Бляха. Да почему я не ударяю по низу? Зачем я бью поверху? Господи. Что со мной не так? Понял. Боже, вот я не могу просто, я разгоняюсь просто как ебанутый. И не могу попасть просто элементарно по мячу. Можешь? Ну это я никак ебанутый. Если бы не руинили, я думаю, могли бы их выиграть. Да. Надо больше стабильности. Вот у меня так точно. У меня столько моментов есть, когда я могу завить, но я просто по мячу, просто элементарно. Здесь момент, ты как будто знаешь, я не, типа АФКшу, типа долго там что-то собираю, вот это вот. Долго дефать, возвращать, это меня больше бесит. Ну вот, это что вообще такое? Это Рафан и Бала, блядь. Мне нет нитро. А, оно не нужно. Давай его нахуй. Да никак.
Ну слушай, ну неплохо. Ну что, получили наши эти, как их, рекрутов или что там нам дадут? Да, ранг. Три палки дало, Алла. Мне две дало. А, две, да. Две палки. А, мы по стриму против бронзы играли какой-то. Или бронза это хуже? Ну слушай. Интересно, что вообще, ну, что здесь по рангам? Как оно вообще идет? Ну, во втором дивизионе. Дивизион 2. Там чел может в другом дивизионе быть просто. Понял. На бронзе, понял? Потому что у него круг. Он может быть в первом дивизионе, понял? Ага. Не, там, наверное, золото или что-то такое должно быть. Ну, сейчас посмотрим. Если сейчас будет легко играть, сразу поймем. Думаю, нам серебряные какие-нибудь наши ранги. Не, это бот забил, свой ворота бьет. Он просто свой ворота бьет, посмотри на него, соскун. Ну это сосыч наш. Сосычкун. Я почилил, постоял. Там нюх еще зацепил. Ладно, лучше не расслабляться, потому что у нас были уже такие матчи, да, где мы сбиваем в первые 10. Ну смотри, как чел делает, че. Ой, ебать. Нюкс. Ты видел, что он делает, да, да. Ты по приколу свой ворота бьешь мяч или что-то? Это не я ударил, это чел. Я просто не попал на отбивание. Ладно, я отбил вроде. А ты чел? Отбей! Хорош. Выбил вроде. Гол. За нитрочем. Пойдет? Блять! Не блять, если бы чел не заруинил бы. Я около ворот. О, я думал, ты попадешь! Ебать, ты посмотри, как это произошло. Я вот здесь смотрю, ты так едешь, и я как бы уже все, туда не еду, чтобы по тебе не въебаться. Я не знаю, как я иногда в один раз по мячу не попадаю, это вообще мем. Я тоже думал, попадаю. Здоровые мы. Пойдет? Мы сыгрались тупо. От стеночки. Я поехал. Давай. Ой, охуя прыгаю. Будет пас? Если бы. Ну не такой, конечно, я хотел, но ладно. А помучал руин. Я с нитричем в момент. Я без нитричем, но я за нитричем еду. Выбьешь? Ты саль. Я пробую челу помешать. Хорош. Равно нам могли забить много раз, но я вообще нитро не тратил, потому что выехать-то. Там чел, конечно, в эту перекладину попадали. Есть. Пойдет. Отбили, можно забивать сейчас. Тяжело. Как-нибудь. Я жду, пока он выбьет в эту сторону и отвечаю. Будет что-то? Я там один-двоих обвожу. Обводочка пошла, понял? Да. Хм.
Не-не-не. Куда? Накидочка. Да, весь Дмитрий, что-то понять вообще идет. На мне два чела были. Ну как-то один на нитроче быстро до меня добрался. Блин, я если бы не был высоко, я бы нормально что-то замутил. Я попробую забить. Банан. Не в ту сторону вроде поехал с мячом. Ну я не хотел мяч ему отдавать, понял? Ну да, да, решил на свою сторону вернуться. Ну я вообще не думал, что меня типа можно обогнать. У меня как раз нитро было, только один этот зарядик маленький. Но у меня много было, поэтому не думаю, что вообще, что у меня проблема возникла. А, блядь, просто не играть в эту игру вообще, просто слышно. Слец. Пиздец. Это очень обидно сейчас было. Я там уже лечу, думаю, все, сейчас. Так я думал, я сам забью вообще. Ну забивал бы, ну пиздец. Ну я не знаю, почему я не забил. А стоп. Не-н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 е. Я далеко, я очень далеко. Выбил вроде. Да-да, хорош. Хорош. Рандомыч чисто. Смотри, тупо рандомыч. Но я хотел не так пробить. Вообще в эту сторону дал. Я думал, ты развернулся. Я хотел ворота сразу дать, но получилось со стены. Нормально. В принципе, не плохо. Бать, меня челы изнасиловали. Оху-оху. Хорошо, летел. У тебя есть шансы? Я полетел за ним. Тебе, к тебе. Не успеваю никак вообще. Понял. Так, так, главное сейчас засейвить, засейвить эту атаку. Засейвил вроде. Да, не успеют никак. А теперь еще забить. Я там решил. Что, сразу апнут или нет? Ну, сначала нам покажут их ранги. Опа! О! Ранга. Rocket Pass какой-то. Я тоже Rocket Pass свой. Физические колеса. Серебро 3, дивизион 1. А, понимаю. Не понял, у тебя по-английски? Не, у меня тоже серебро 3, дивизион 1. Мы так что в втором дивизионе были. Ну да, да. Не знаю, мне кажется, здесь все намного проще. Просто сейчас идет серебро, потом что-нибудь еще, потом еще что-нибудь. Чего не понял? Ну, я думаю, что здесь все намного проще. Просто идет серебро, потом еще что-то. Знаешь, как просто... Ну да. Ой, ебать, пол. Минус глаза у меня. Твой аквариум. Да. Любил. Варим еще. Я тебя понял. Ты мог забить? Не. Я просто не думал, что так будешь жестко там подсаливать. Ух, ебать, оно летит. Отбей.
Ага, без шансов. Не попал, как обычно. Я чела взорвал, но он мяч пустил. Пустил мяч? Пусти тоже под мяч. Как попасть, блин? Подкинул куда-то его. Разворачиваюсь. О, он свои ворота ходит. Да ему пофигу вообще. А, ну Салис? Пиздец. Я далеко очень, надо в тюрьму. Я не скоро приеду. Я атакую на них. Там мяч, мяч рядом с их воротами. Да. Не, ну если атакуешь, ты ладно. А, парашютик ебаный. Пиздец, не достал. Чела сбил. Ну, подстал немного. Хорош. Я ударю, ну дядям. Там вообще просто короночка была бы сейчас. Я понял тебя. Накатик, накатик. Я чела только взорвал. Что это? Блин. Что это было, блядь? Пиздец, я все нитро потратил. Ну, найс, найс, найс. Да уж, найс гол. Да, дру. На скилле, так сказать, да? Хорошо. Хорошо, это если бы он в ворота залетел. Бро. Ты по моей стратке так же, да? Хуй попадешь вообще. Да, ну. О. Я чуть мышку сзади не разбил от того, что пригонял. Бля, я успел засейвить. Хорош. А так, чтоб чем не досталось? А, не взяли. О! Хорошо, хорошо, хорошо! Блядь, я дал удар, мне даже написало. Дефа, я снял ворот. Я без нитро, я еле еду. А я тоже еду. Там чел летит! Чётенько прям это летел. Я дефнул, что-то было, не понял. Он не попал. Ебать, в девятку этот хуярит, он ещё хуярит. Слушай, это у нас ворота пустуют, или у них пустуют? Давай, а они успели уже там быть. Ага. Я нитро не забрал. Да, я тоже без нихуя. Есть? Бля! Почти. Вроде как есть, но вроде как и нет. А почему я не попал, лол? Нам надо гол забить, хотя бы один. Ну вот, походу пропустим с такой игрой. Да. Ты тоже за мной был, да? Здесь. Ну я как бы прыгнул и... Я понял. Ну это забей. Постри. Чел просто в девяточку ебашит. Я чел просто фейерчика достается. О, выиграл этот момент. Я думаю, нам пора на второй серебро. Забей.
Ну да. Я не забью. Эд, забей. Не, не забьем. Не. Нахуй, чело. Всё. Серебро 2. Дивизион 3. Дивизион 3. Нормально. Мы во втором так, чтобы дивизион. Угу. А, сегодня в первом были. Я вообще хуй знает, куда улетел. А, нормально, нормально. О, ой. Так это... Получается, муха брать нас? Муха. Возможно. Такой же хуёвый, да? Ну алло, алло, блядь, муха! Муха ебашит, блядь. Братан. Тут как бы сорим. Походу пора отдыхать от этой игры, потому что когда мы отдохнувшие, что получается? Мне уже стиль тебе сейчас. Едь первый. Забьем. Что за? Там чел на паровозике едет. Заебись. Паровозика немного сдвинул. Выбил. Меня муха ебашит. Блять, душат. Я ни одного этого не взял ускорения, что мы тут были. Вот этот чел все забрал на паровозике. Муху уничтожил. Ну нахуя я прыгаю, блядь? Это пиздец. Ой. А, муха. Блядь, мы даже на их половину не можем зайти. Меня вот этот паровозик жестко поддушивает. Да не, на самом деле вообще какие-то слабенькие. Я не знаю, почему у нас ничего не получается. Да, ничего такого не делай, просто что-то... О, на их половину приехали. Это пиздец. Понимаю.
Отсюда чисто. Я там решил в полете попробовать. Ух. 2 минуты, 3 кола. Ну вполне реально. Пиздец. Ты видел, как этот чел залетел туда? Он прям четко. Он его так дал, а потом объехал и вот здесь прыгнул еще. Ничего не сделал особо. Ну, я вообще ждал, что она пойдет. А, вот чел просто полетел. Меня взорвали. Ну, получается, ссали. Ванул, конечно, но... Меня конченый толкает. Я по этому говну попасть не могу, оно слишком высоко прыгает. А когда оно прыгает низко, вот этот чел подъезжает. Ну все, без шансов. Там ближе был, но... Чем? Я говорю, ты там ближе был просто. Одинаково были. Не. Это рез, который один сзади. Понял. Бля. Да меня в тельте, я сейчас насрать. Да все, этот паровозик просто соло выносит. Короче, го ливать. Да не, лучше не ливать, но... А, ну все. Физическая. Что я устал играть, что-то говно. Надо отдохнуть. Есть такое. О, Division 2 дало. Че дало? Division 2. Может, я этим говорю? Дало 2. Понимаю. В соло. Ну, можно позже будет, в теории, если ты не уйдешь. Так, все, короче, давай. Давай. Ну, я продолжаю. Сейчас, секунду, что сделаю только. Блять.
Хорошо. Как пароль ввести от телефона с первого раза? Бесит, когда он летит вот так вот по краешку арены. И ты просто, когда едешь, его не задеваешь, потому что он немножко выше. Хорош. Там свои чё забивает. Просто лучший. Да, фокашу в телефоне. Чё мне будет? Хорошо летел. Да, там чел радуга чисто ускорился. Чел отчаялся. Просто отсюда выбыл. Они второй автогол уже делали себе. Что ж, чел забил? Блин, это сложно. Это сделать, блин, непонятно.
на скорости разворот такой вот, чтобы вот так забить. Окей, победка. Покашло немного, ну как я прям когда в телефоне сел. Перепрыгивает меня. Я заметил, что в этой игре постоянно ведусь на мяч, который просто высоко прыгает. Я до него не понимаю, как достать. Давай, чел, бей, боже мой. Чел, забей, хорошо. Столько хороших посел было. Охуенно. Надо было этот момент использовать хорошо. Ага, попереворачиваться бы сейчас. Немножко попал по нему, замедлил, но этого не хватает. Хорош чел.
Да боже, как отбить его, блядь, я не понимаю. Я просто не понимаю. Я просто вокруг него езжу, и не знаю, как его ударить, чтобы он улетел. По нему просто не попадаю. Что это? Просто прыгаю вокруг него. Хорош, чё. Хоть он у меня солит. По голам. У него там матч только несколько нормальных атак, но в защите это шок. У меня есть 4 очка, чтобы понимать просто. А там еще вратарь у него был. Я же думал, там уже никого нет. Чел не ударил, он промахнулся, боже. Если бы чел попал, я бы как раз ударил бы. А, боже мой. Вот, хорошо идет. Если еще подать. Ну боже мой, вот меня бесит это, когда он по кройке идет. В него едешь, но не попадаешь немного, потому что он немножко выше. Он немножко выше. Это шок. Это просто шок. В защите я просто useless. Ну просто ничего не сделать. Чел просто ударил. В чем? У меня свой просто хуярит. А, боже мой, должен был сейчас. Встать на колеса.
А он чел летит. Найс, летишь. Найс, чел летит. Просто найс, чел летит. Это что было только что? Что сосал? Что это сделал он? Как он попал? Ёбнешься. Как так вообще сделать? Я вот такие моменты реализовывают. Сложные. А я не могу легкие реализовать. Это шок. Это тип. Улетел. Ой, я забил гол. Я забил гол, получается. Мой союзник даже не попал. Это шок. Это шок гол. Алло, чел. Пизду. Сложно. Вот когда мяч по этой кромке едет, это просто Unreal. Это просто Unreal. Я прыгнул, я все равно не поставлю. Это шок. Ну как? Как вот по нему попасть? Чел попал. Ну уже до души должны. Ага. Пойму без ней причем. Ну да. Просто чел по прямой дал. На Лузыч. Взорвал меня. Ладно, это разъёб жесткий. Где мой чел? Он же должен быть сейчас здесь. Чтобы добить, так сказать. Хорош. КПД.
90 секунд, 2 гола. Ну, это, конечно, вообще реально, в теории, но это должно очень большое везение произойти. Я летаю 10 секунд в воздухе. Да, все. Ладно. Долго хватит. Михаил так и не объявился. Поэтому оффую.